Главное, посмотреть на родителей нужно. Что дети, воспитательный процесс, дети просто копируют и сканируют совесть родителей, пропускают через себя и ведут себя точно так же. Поэтому, если это вы в жизни невнимательны к своим детям, сами допускаете себя хамство, неуважительные отношения, то они будут вести себя точно так же. Это просто доказано. Поэтому все надо начинать с себя. Поэтому никого не обвиняю. Как в старом анекдоте, я никого ни в чем не виню, а стараюсь исправить в себе недостатки. Вот и все.